И всем привет, с вами Каиса. И я продолжаю проходить Resident Evil Remake, оригинальную GameCube версию, в режиме реальное выживание. На челлендж нож плюс пистолет за Джилл Валентайн. Так, сейчас мы направляемся к Лизе Тревор. Нужно спасти Берри, не дать загнуться Берри. Это самое главное, вот. Ну и от нее желательно тоже не получить. Так, давайте быстро спустимся. Спускаемся вниз. Отдаем Берри пистолет. Так, и давайте сдвинем сперва вот эту вот. Так, ну давай, Лиза, прыгай. Давай, Берри, стреляй. Черт! Какого хрена вот? Блин. Ну какого хрена Берри такой лошпед, блин? Ладно, дубль 2. Дубль 2. Мне что ли за Берри нужно получать? От этой Лизы, чтобы она его не скинула. Блин, вроде и магнум у него. Что за дебильная хрень? А Берри стоит, блядь, и не вдупляет даже. Когда должен стрелять, стрелять, стрелять и стрелять. Так, ну ладно, чё это я плохом? Так, ну давайте вот эту сдвинем сперва. Так, Лиза, иди к черту. Так, давайте вот эту сдвинем. Так, нет, теперь вот эту сдвинем. Так, теперь вот эту сдвинем. Давай, Джилл, все. Все, отлично, успел. Давай, Лиза, прыгай отсюда. Да, иди к маме. Давай, Лиза. Вот туда тебе и дорога. Так, ну, можно поговорить с Берри. А вообще, пойдемте медальки вставим. Сразу вставим медаль орла и медаль волка. В принципе, можно... Хотя нет. Пока что только вставим медальки. Здесь же у нас ничего нету, да? Ничего нету. Так, тут какая нужна... А, волк, волк. Вставляем волка. Так, а в другой надо орла вставить. Вот сюда вот, да. Так, теперь сбегаем за какими-нибудь вещичками. Чувствую, я тоже. Чувствую, будет так же. Три захода. Три забега. Поэтому я, наверное, сделаю паузу.
А хотя нет, давайте первый забег вместе с вами, а потом паузу. Потому что мне еще нужно будет на второй диск перейти. Ладно, бежим за вещами. Хотя, может быть... Да не, мне кажется, все равно три забега. Так, ладно, бежим. К ящику нашему волшебному. Хотя нет. На реальном выживании он обычный простой ящик, без волшебства. Так, хилки, хилки, хилки. Давайте сперва перенесем вот эти вещи. Ну, нож, я не знаю, пистолет, ленту, мод-диск, зажигалку, канистру, флягу. Так, ну и возьмем какой-нибудь спрей. Так. И побежали, побежали, побежали. Фу-ху-ху-ху-ху. Да, в лаборатории я действительно потрачу шокеры все. Все кинжалы. Потому что больше и не на ком будет их потом тратить. А патроны я лучше сэкономлю. Так, ну что ж. Где, блин, заход-то? Вход где? А, вот он. Спускаемся вниз и в лифт. Секундочку. Так, вот я перешел на второй диск. И продолжаем. Так, ну давайте по лестнице спустимся вниз. У нас, кстати говоря, лента еще есть. Давайте ее сразу возьмем. 9 штук лент. Замечательно. Так, вот у нас ящик. Ну что ж, начинаем складывать все в него. Нож, пистолет. Так, лента. Зажигалка, фляга, мод-диск. Спрей. Так, и я делаю паузу, и как я все перенесу, мы с вами увидимся. Так, ну вот, все, я забрал все, что можно было забрать. Так, травы и синяя трава. Так, что мы с собой берем? Давайте нож возьмем, на всякий случай пока что. Так, зажигалку и флягу надо взять. Ленту возьмем и возьмем одну траву. Так, давайте сохранимся. Ну, я думаю, на первый же слот и сохранимся. Так, и продолжаем. Убираем ленту. Хотя насчет убираем... Не будем пока убирать ее. А хотя нет, давайте пока уберем. Там, может, будет еще лента. Так, давайте вооружаться. Ну, давайте сперва кинжалы дотратим. Так, ну где ты, зомби? Так, а ну иди сюда, гад. Получай кинжал. Получай второй кинжал.
Так, ты мертв? Друг, ты сильный. Так, теперь у нас шокеры. Так, тут два чайника еще ходит. А ну не подходи, гад. Так, отходим. Отходим. Отходим, отходим, отходим. 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 Так, используем шокер. Еще один используем. Нравится, гады, нравится. Так, и он прилег. Готов, судя по всему. Так, и этот дохлый, да? Все, отлично. Сжигаем этих уродцев. Уродцев. Так, отбегаем. Теперь вот этих вот. Че, за один раз обоих сожжешь? Да. Сгорели оба. Или нет? Или нет? Так, давайте заправим флягу. Давайте проверим. Перезайдем и проверим. Кстати говоря, мой диск можно взять один. Все равно использовать придется уже скоро. Так, шокеры еще есть. 4 штуки. Или сколько? 3, да? 3 шокера. Да, тут никого нет. Есть зеленая трава. Пусть пока здесь будет. Так, мой диск пока тоже тут полежит. Давайте сюда спустимся. Вот тут у нас еще парочка вроде зомби. И они мне тоже мешают. Получай, гандон, шокера. Ложись, отдыхай. Так, вот второй идет. А ну не подходи, гад. Так, отходим, отходим, отходим. 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 Еще отходим. Нет, 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 ты куда, Джил? Может быть, получится его зарезать чисто? Так, отходим. Отходим. Еще отходим. Еще отходим. Так, нет, не подходи, гад. Отходим. Отходим. Еще отходим. Так, ну давай, чайник. Он лег. Вы посмотрите. Неужто умер? Ха, он сдох. Хе, замечательно. Я убил его чисто ножом. Чисто. Ну вы сами все прекрасно видели. А теперь гори. Так, одного.
и второго. Пойдемте заправимся. Да, сгорел, нормально. Сгорел же? Я надеюсь, он сгорел. Пойдемте заправимся. Да, у нас еще есть зомби. Еще есть зомби. А, эти-то зомби вообще одноразовые. А, или это не эти. Какие-то одноразовые. Блин. Зря поджигал, походу я. Ну да ладно. Так, трава пусть пока здесь произрастает. Куда побежим? Куда? В компьютерную комнату побежали. Вот сюда. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? А, у нас тут, кстати, еще есть вроде что-то. Еще шокер есть. Вообще замечательно. Итого три штуки еще. Так, давайте вбивать Джон. Ада. Нет. Джон, Ада. Так, и пароль цел. Клетка цел. Отлично. Открыли зону. Б2, теперь Б3. Все, все открыли, валим отсюда. Так, куда бы теперь сходить? А я знаю куда. Давайте возьмем нож. Там сейчас еще один зомбарылый будет. В этой комнате вроде вообще нифига нету полезного. Заходим вот сюда. Тут у нас есть зомбарылый. А ну получай. А, ну он сдох, нормально. Так, патроны пистолетные. Вообще славно. Так, что здесь? Мод-диск используем. Первый мод-диск. Так, загорелась лампочка. Так, тут вроде только факс, да? Больше ничего. А, вот это нам надо взять. Фильтр для слайдов. Так, а ты дохлый совсем? Ну, в смысле, одноразовый? Вроде ты голый, да? Давайте проверим на всякий случай. Ну, вроде одноразовый. Ну да, одноразовый, совершенно верно. Значит, мне тут больше ничего не угрожает, поджигать не надо. Хорошо, ладненько, ладненько. Так, вот здесь вот можно, в принципе, взять вот эту аптечку. Так, что у нас здесь есть? Какая-то смесь. А, одна зеленая трава, да? Ну ладно. Так, выходим. Я подумал, что зажигалку тогда с флягой можно вообще убрать. Если... Да, можно убрать, потому что... Будет еще три голых зомби вроде бы, и все. Так, тут что-то трава растет.
Ну окей, окей. Так, заходим сюда. Давайте тогда эти травы уберем. Так, зажигалка, фляга. Вы сделали свое дело. Вы можете быть свободны. Так, вот ленту бы я взял, конечно. Так, и пошли использовать фильтр для слайдов. Нам нужно ключ от лаборатории взять. А, нам еще от химер придется побегать. Да, тут еще мод-диск есть, кстати говоря. Ну ладно, ладно, побегаем. Так, а что здесь у нас? Тоже мод-диск. Ладно, берем. Давайте используем фильтр слайдов. Вот здесь вот. Так, ты мне код скажи. 8462. Вбиваем вот на этой панели. 8462. И открывается проход. Ну, да, дверка открылась. Так, карта. Ну, в принципе, мне не нужна она. Так, еще какие-то документы. Вот что мне нужно. Ключ от лаборатории. Да, нет, у меня, я не брал в этот раз кассету Кеннета, поэтому мы ничего не можем посмотреть. Так, а теперь давайте сперва сходим, откроем двери ключом в лаборатории. Две двери. Да, избавимся от последних зомбаков, я думаю. Какие там есть. Так, а кинжала тут часом нету? Есть, как же нету? Даггер, вот он. Так, заходим. А ну отойди, говнюк сраный. А ну получай. Нормально? Нормально тебе? Хорошо? Так, ну он дохлый. Так, еще один остался. Ну что ты, нарываешься, да? Нарываешься, гад. Ты реально сейчас нарвешься. Ну, все, этого, в принципе, хватит. Да, последний шокер. Еще даже кинжал есть. Но он уже, чувствую, не пригодится ни на ком. Так, 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 так. А чё это я не открыл дверь? Так, вот эта дверь, она заблокирована с этой стороны. Ну и с другой стороны тоже. Не открыл я дверь. Давайте откроем, выбросим ключ. Чертям собачьим. Так, ну зомби всех, да? Зомби. Кстати, мне одну химеру предстоит ушатать из пистолета. Потому что она мне будет мешаться, когда я буду перетаскивать капсулу. С нитросодержащим веществом. Так, берем здесь спрей. Отлично. Благодать прям. Патроны мне ваши не нужны. А, кстати, вот лента есть еще. 11 штук того. Итого.
Давайте заглянем в ящик, уберем нож чертям собачьим. Так, что по хилкам? Не густо, конечно. Так, мод-диск надо оставить. Мод-диск. А, один я не взял мод-диск, да? Что-то нужно сюда еще принести. Давайте пока уберем ленту. Спрей. Все, пока выложим. Ну как, все. Понемногу. Пойдемте какие-нибудь хилки сюда притащим, какие-нибудь. Вот какие, я не знаю. Так, и надо мод-диск еще один захватить. А то я что-то забыл про него. Сколько у меня патронов? Ого! 125, да? 125 патронов. Нормально. Так, берем последний мод-диск. Пойдемте какие-то травы возьмем. Какие травы мы возьмем? Я не знаю, какие мы травы возьмем. Ну, одиночные, в принципе. Как вариант. Ну да, 4 одиночных взяли. Пойдемте сохранимся. И будем уже вступать в бой с химерами. После этого. Хотя, не будем мы вступать с ними в бой. Хотя не знаю, может мне и патронов дофига. Вот столько, вот сколько у меня сейчас, 125. Так, давайте уберем один пока мод-диск. Сохранимся. Так, один мод-диск уберем. Сохранимся. Сохраняемся. Ну, на первый слот также, да. Так, и пойдем вставим второй мод-диск в морг. Убираем ленту. Так, ну чё с собой взять-то, я даже не знаю еще. 5 трав. Ну, я думаю, 5 трав это нормально будет, чтобы подлечиться. Да, одна химера такая попадется, гадина. Я не хочу с ней вступать в контакт из пистолета. Так, двигаем полку. Патроны для дробовика не берем. Так, залазим. Лезем в вентиляцию. Теперь в другую. Быстренько. И быстро вставляем мод-диск. Быстренько. Так, вторая лампочка загорается. Двигаем полку. Ах ты, тварь. Пошла в жопу. Так, ну да, она что-то она вот слишком долго как-то. Я уже успел все сделать. Давайте подлечимся, да. Да, вот теперь мне придется вступить в контакт с химерой. Потому что мне нужно
будет капсулу перетаскивать, а она мне там мешается. Давайте спрей с собой захватим на всякий случай. Мало ли, 4 трав не хватит. Но получу я сейчас прилично по башке. Так, ладно, давайте спрей возьмем. Берем в руки пистолет, деваться некуда. Химеру одну устранить придется. Надеюсь, много патронов не тратить. Так, одна чертова химера. Будь ты проклята. Ах ты тварь! Да что ты творишь-то? Охренел, что ли? Вау! Ни хрена себе, я ей голову... Я ей башку пробил из 3 пуль. Нифига себе. Так, ладно, берем здесь капсулу, пока пустую. Так, и пойдем ее заполнять нитро-веществом. Бам-бам-бам-бам. Да, кстати, мой диск лучше сразу взять. Берем мой диск. Да, и пойдемте пополнять капсулу. Потом нам предстоит идти пешочком, чтобы не трясти эту капсулу с нитро. Забегаем вот сюда. И вот сюда. Так, давайте заполнять ее. Вставляем. И берем. Так, теперь идем аккуратно пешочком. Не бежа. До того вот места, где я брал эту капсулу, вот туда ее нужно дотащить. Так, давай, Джилл, спокойней. Так, у меня, кстати, один кинжал еще остался. Запасной. Так, ну, давайте здесь пройдемся. Поворачиваем. Да, классно, я этого зомби здесь порезал. Чист. Но он, конечно, ослабленный. Потому что он голый. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Да, и от химеры я как-то быстро улизнул. Еще бы чуть-чуть, и я бы вообще на ноу дэмэйдж оттуда убежал. Из той комнаты. Но все-таки цепанула она меня, когда я двигал полку уже. Так, мы почти пришли. Так, химер, если вы здесь, то вы... Нехорошие такие. Так, мы почти пришли. Вот сюда суем эту капсулу, чертям собачьим, от нас подальше. Так, а теперь просто бегаем от химер, от всех бегаем. Пошла к черту. Так, теперь нам надо быстро мой диск вставить. Вставляем быстро мой диск. Зажигаем последнюю лампочку. Иди к черту, химера сраная. Давайте здесь, кстати,
Шокер есть. Еще один. Так, еще одна химера. Пошла нахер. Так, в этой комнате просто питание нужно включить. Ну да, вот, одна повылезала. Бежит уже ко мне. Так, а мы включаем, врубаем питание. И валим, 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 валим. Все, свалили. Так, теперь от этих свалить. Хрен тебе вот. Вот хрен тебе. Хрен вам всем. Понятно? Не достанете вы меня. На самом деле в оригинале химеры куда опаснее были. Я думаю, вы со мной согласитесь. Здесь они вообще очень слупочные. Так. Теперь надо готовиться к тирану. Так, давайте хилки. Посмотрим, что у нас получается. Ну, этого явно мало на тирана. Так что бежать нам еще за хилками. В любом случае. Да, сбегаем, пожалуй. Можно, кстати, по дороге Криса навестить. Ну, это не обязательно, но можно. Да, у нас один кинжал, один шокер. А давайте навестим Криса. Откроем здесь двери. Так, три рычага. Первый. Второй. Третий. Отлично. Заходим. Так, спускаемся вниз. И вот сюда. Ну да, сейчас мы ничего сделать не можем. Закрыто, заперто. Так. Что нам вообще не нужно больше? Это зажигалка и фляга. Вот вообще не нужны никак. Я не знаю, сколько мне взять на первого тирана хилок, в принципе. В принципе, вообще попадаться не хочу ему. С какой стати вот. Поэтому я даже не знаю, сколько взять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не, явно столько мне не надо. Ну, вот столько я возьму, не больше. Да, и там у меня еще лежит. Хотя не, столько... Куда мне? Я это все равно не потрачу, я уверен. Как будто я иду его ножом резать, я вот так вот готовлюсь, вот. Прям вот так вот. Хотя я его из пистолета еще не убивал никогда. Так что я не знаю, сколько его убивать. Я надеюсь, у меня патронов хватит. Ну, по крайней мере, на одного. Не придется, я надеюсь, мне за ножом лезть.
Так, и теперь сохраняться, завершать серию. Так. Ну, берем. Что мы берем? Пистолет берем. И все. Так, берем ленту. И сохраняемся. Ну, давайте также все на первый слот. И я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующей серии. До скорых встреч.